прохлада пришла, я утеплила спортивный костюмчик с утра. Ну, сейчас пока буду кушать, готовить, квартирка согреется, солнышко чуть-чуть выйдет. Что я хочу сегодня сказать? Тыквы я свои показывала, тыквы мои уже вышли. Две серии, кому интересно, зайдите, посмотрите. Я еще доделываю несколько штук партия усредненного размера между теми большими и теми маленькими. Нужны средние. И что у меня родилось? А, ну я еще могу показать. Я еще могу показать эти последние тыквы, будут с юбочками. Все будут с юбочками. Всем понравилось, теперь последние будут с юбочками. Но в процессе изготовления тыков у меня родились еще овощинки, потому как Хэллоуин для меня не праздник, как праздник. А что у меня там лежит? А, ну там тоже тыква. Там тоже, это еще последняя партия тыков. Хэллоуин для меня не праздник, а это скорее для меня, так знаете, такой праздник урожая, потому как там тыквы, там всякие другие овощи, чесноки и перцы. И сейчас я покажу, что у меня родилось. Нет, я сейчас по-другому сделаю. Я сейчас сделаю вот так. Посмотрите, какая красота. Это еще не все, их тут несколько штук. Но я решила сделать две композиции, такие разборные. Поэтому сделала не так много перчинок. Посмотрю, как они понравятся народу, покупателям, посетителям, клиентам. И тогда буду делать. Чесночков я сделала побольше. Сейчас я продумаю, как я их сделаю, эти модули, знаете, разборными. Я люблю все функциональное. И я сделаю разборными. Но здесь еще будет декор в виде листиков. Ну, листики чеснока я, конечно, делать не буду. Придется делать какие-то такие усредненные, красивые, там, трехконечные, не знаю. Сейчас придумаем. Сейчас посмотрю, как выглядит у перцев. Приблизительно, как у тыквы, я помню, выглядят. Ну, посмотрим, как у перцев. Что-то среднее сделаю. Сейчас я вам переведу камеру и покажу. Ну, я не буду показывать все изготовление, господи. Тут ничего серьезного нет, такого важного, интересного и сложного. Просто покажу на пальцах, как я это там вырезала и собрала. У чесночков принцип такой же, как и у тыковок. Ее сборка. Ну, а перчики, господи, треугольник сшил, набил. Сейчас немножко покажу по отдельности. Ну и все, давайте приступать делать. Ну, уже показываю на том, что есть. Смотрите, я резала. Вот у меня кусок бархата. Отрезала квадрат. Отрезала квадрат. Потом разрезала на треугольник. Ну, разного размера какие-то получались. Потом я этот треугольник сострачивала. Можно вручную, я сострачивала. Даже, знаете, так слегка растягивая край, чтобы он потом так чуть перекрутился. Видите, он такой неровненький, а вот именно как, ну, как натуральный перчик. И все, потом я набивала и собирала. Единственное, что, ну, там краешки где подровняла. И теперь я буду в процессе изготовления, уже сборки, покажу, как я буду собирать. Я еще сама, честно говоря, не придумала. Заготовки для сборки сделала. Я обожглась, такая красивая вся, руки обожженные. И буду вместе с вами собирать и показывать. Придумала, как я соберу. Вот уже заготовлены шапочки, все пришиты, видите? То есть, что я делаю? Я вот такой кусочек ткани беру, складываю вот так, заутюживаю его. По этой части полоски я собираю, получается юбочка. Потом соединяю края и аккуратненько, видите,
присоединяю. Потом я вот такие заглаживаю палочки. Потом я их вот тут сшиваю аккуратненько, насколько возможно. И вот так вот цепляю. Плотненько, плотненько. Здесь я не приклеивала, нужно было очень качественно сделать, поэтому не приклеивала. Все закончу, буду снимать в интерьере. В общем, сделаю композиции, покажу. Снимаю всегда, не продумывая, поэтому как раз тема для хейтеров. Написать какую-нибудь гадость мне. Все, пошла пришивать хвостики. Я им специально диван освободила, чтобы я поместилась, и они. А ей там понравилась, она мягенькая. Но там замок открыт, и там внутри холофайпер, и мне надо тыкву наполнить. И вот она лежит, и все. Ну что, еще раз всем привет, потому как серии снимаются не так, как они монтируются. Значит, показываю все готовые свои перцы. У меня получилось 4 больших. Вот будет сейчас я их на таких петельках. 3 маленьких. Ну и, естественно, я буду еще делать где-то с десяток средних. То есть, как я это делала, я показала. В интерьере я потом отдельно тоже покажу. Все, всех целую, обнимаю. Покажу в интерьере и покажу все остальные части. Ну, то есть, это несколько серий было, значит, перцы, еще одни овощинки и декор к овощинкам. Такой будет сборный декор. Все, всех целую, обнимаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в гости, делитесь в соцсетях, приглашайте своих друзей. Всех целую, обнимаю, люблю.